что ты будешь делать, моя хорошая? Котеночка. Ты будешь лечить котеночка? Ты сегодня ветеринар? Да. Ты знаешь, кто это ветеринар? Да. Это доктор, который лечит животных. Животных, котят или собачек. Ну что, покажи-ка свой чемоданчик докторский нам. Что у тебя там есть? Так, у доктора там инструменты, да, всякие инструменты. И себя заодно полечить. Возьми его на ручки, вот так за животик, смотри, за животик бери, за животик одного. Так, и теперь его надо послушать и померить температуру, Алис. Температуру возьми, померить ему. Укол, сразу укол. Ну, давай укол. Алис, осторожно. Так, укололи укольчик. Ушки вон нужно смотреть, специальная штука для ушек, Алис. Вот это? Или нет? На вот этой посмотри. Посмотри-ка ему ушки. Что-то есть. Что-то есть. Ах, бедный. Дай ему скорее лекарство. Зачем? Что-то есть. Тук-тук. Ну что? Вот. Послушала? Хорошо. Что еще ему нужно? Может быть, ему нужно глазки посмотреть, ротик. Не за голову. Муравей. Смотри, он по тебе залез. Возьми еще одного, Алис. Это тоже убежал. Возьми другого, полечи теперь. Потихоньку, вот так, да. На ему дай лекарствочка. Попить. Микстурку. Котику не за голову, не дави на голову. Потихонечку. Молодец. Ну как, есть у него температура? Большая есть. Большая температура, нужно ему дать. Так, сначала пинцетом его полечим. Полечим хвостик пинцетом. Лапку пинцетом. Вот так. Тук-тук или не тук-тук? Вот так, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Здорово. Ну дай ему теперь молочка попить вон из бутылочки. И все, и он будет здоров. Покачай его, покачай свою песенку. Песенку, да, ему так получше сразу станет, чтобы он больше не болел. Не хочет лечиться. А нет, это другой хочет лечиться. Смотри, Алис, вот этот плачет, он тоже хочет полечиться. На, еще вот этот остался. Не плачь, котик, скажи, мы тебя сейчас полечим. Не хочет тоже лечиться? Ну ладно. Эй, поправь назад. Наверх ее. Не. Льва теперь. Ну и льва полечи тоже, да, хорошенько.
Нет, это же не градусник. Вот градусник, Алиса. Градусник вот. Ой, это что такое? Не, не в ротик, ему подмышку, он уже большой, Алис. Можно подмышку. Градусник, под ручку, как тебе ставят, мама, под ручку. Вот так, да. И льву померить температурку тоже. Да, вот так. А укол, у тебя шприц есть, вот, смотри. Что ты у него там пинцетом выщипываешь, Алис? Что у него там? У него там болезнь. Болезнь? Болезнь. Заноза у него? Нет. А, у него носики. Заноза. На носике заноза. Скорее нужно выщипнуть занозу. И в лапках заноза. Вот оно что. Я думаю, что ты все котятам выщипываешь, а это, оказывается, занозы. Смотри, еще один хочет лечиться, Алис, вылазит. Вот, за пузик. У него тоже заноза? Только потихонечку. О, вытащила занозу. Вот она, выбрось ее. Вот так. И себя полечила тоже заодно. Хорошо. А как ты сама себе зубки посмотришь? Тебе же не видно. Видно? Все в порядке? Не, это подмышку, Алис. Радость в подмышку. Я себя вылечила. Ты себя вылечила и коленку вылечила? Отлично. Еще один месяц, он Еще Коленки. Коленки не полечили ему. А где коленки? Ну, у тебя там все валяется где-то, твои инструменты, посмотри. По коленкам постукали, вот так. И тихонько не дощи за лапу. Тук-тук-тук. И этот здоров. Отлично. Все здоровы, котятки, теперь? Да. Всем пока тогда. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Ой.